В магазине HitSad вы сможете найти самый важный предмет садового декора – декоративный мостик. Если на территории вашего сада имеется небольшой водоем, прудик или сухой ручей, то вы можете преобразить его, установив кованый мостик. Он не только украсит окружающий ландшафт, но и сделает это место практичным для ежедневных прогулок, даже вечерних, ведь большинство моделей оборудованы светодиодной лентой или фонарями на солнечных батареях. Кованый каркас мостиков надежен, а деревянный настил обработан специальным составом для защиты от влаги. Заходите в магазин HitSad, воплощайте в жизнь самые смелые идеи садового декора. Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Сегодняшняя тема возникла не просто так и не на пустом месте. Речь пойдет о моркови. Знаете, не очень часто, но такие вопросы задают. Почему морковь горькая? Почему картофель горький? Учитывая, что людей, которые попались вот в свою собственную ловушку, да, из-за того, что хотели сделать очень хорошо, их достаточно много, и урожай приходится выкидывать. Вот сейчас об этом и поговорим. Я вам прочитаю один комментарий, который пришел совсем недавно, но я хочу, чтобы это стало наукой для всех, потому что если вы сделаете так же, и с вами это случится. Очень прошу вашей помощи. Морковь в свежем виде есть невозможно. Остается горечь во рту. В прошлом году были дожди, поливать особо не было нужды. А когда сажала по лункам вместе с семенами, внимание, насыпала. Вот что туда можно было насыпать? Луковую шелуху измельченную, табачную пыль, период роста опрыскивала, поливала на шатырем, разведенном с водой. Интересно, в какой концентрации? Золой припудривала, а в августе пушонкой припудрила. Сорта были разные, почва хорошая, только второй год пользуемся. Ну, а вся морковка горькая. Вот догадайтесь, почему. А догадаться-то нетрудно, потому что почва перезасолена, так принято говорить, всевозможными добавками. Да это же немыслимо просто, до такой степени... Ну, я понимаю, лук это органика, табачка. Почему все в бороздку? Почему не по поверхности? А почему не с осени все это сделать? А почему не раскислить почву? А зачем припудривать звездкой? Я вообще в шоке, если честно. И у меня сначала в голове была каша. Я даже не знала, как ответить человеку. Ну, потом, расставив все по полочкам, по своим местам, конечно, все стало понятно. Не вся морковь одинаково реагирует на внесение каких-либо органических, либо минеральных удобрений. Это правда. Конечно, надо отдать должное нашим поставщикам семян и продавцам, и торговой сети. Это и к ним относится в частности. Потому что, беря семена на продажу, никто... не утруждает, видимо, себя проверить, насколько засорены семена моркови. И я имею в виду засорены не сорными травами, не какими-то там ненужностями, а я имею в виду семена дикой морковки, например, которая 100% будет горькая. Семена, например, гибрида не F1, а F2, который, извините меня, как-то не очень устойчив, и у нас опять будет морковь по вкусу, да и по виду полная Г, прости господи, извините, пожалуйста, но иногда терпение кончается. А еще хочу сказать, что вы когда покупаете пачки морковки, вам что, лень посмотреть срок созревания? Вы правда как это, знаете, экспериментаторы великие, посеяли морковку, ага, там как-то полили ее, из шланга там, да, и все как обычно. Все же классика просто на огороде. И растет она себе, и никакой беды нету. Но это вам только кажется, мои милые, что нету. А вот она как раз есть. И горькая морковка не просто так получается. Вы почему держите морковь скороспелую вместо 60 суток 90? А если это среднеспелая морковь, вместо 90 120? А мы ее посеяли в начале мая и выкапываем в конце сентября. Разве так можно? Ведь морковь, она созрев в почве, немножко постояв, подождав нерадивую хозяйку или хозяина, что делает морковь? Снова выпускает корни. И что происходит? А происходит процесс необратимый. Сахара начинают уходить из нее. Понятно теперь?
Так вот, срок созревания любой купленной вами морковки, указанной на пачке, вы должны обязательно соблюдать. И не только потому, что она горькая станет, а вот то, что она, если горькая не станет, то уродливая станет. У нее вот эта часть ее тела морковного, оно становится таким пористым, как, знаете, как плотно-плотно прессованный этот поролон примерно. Она какими-то веревочками становится накручена. Это все от того, что вы ее либо рано выкопаете, либо поздно. Не делайте так. Морковка прекрасно хранится, если ее вовремя выкопать. И ничего, что на улице еще тепло и осень. И не надо ее на солнце держать немыслимое количество времени. Это тоже неправильно. И от этого она тоже может стать горьковатой, а может быть и горькой. И отбирая морковь, вы сразу должны все в подвал отправлять. Или, по крайней мере, убрать в помещение. Подсушить ее не обязательно. Это не картошка, на семена которые надо прозеленить. Нет, вовсе даже. Поэтому морковка сразу уезжает в подвал и подполье. Можно ее помыть, но это тяжкий труд, когда у вас 30-40 ведер. Поэтому земля для нее консервант. Прекрасный просто. Ну и, конечно же, готовить почву под грядку с морковью надо с осени. Перекопать на глубину 30-35 сантиметров, внеся туда все, что вы считаете нужным. Но не табачную пыль, это все по поверхности делается. И уж луковая шелуха, она от проволочника. На морковке нет проволочника. Эти ходы от морковных, от личинок морковной мухи появляются. Вы это-то вот, ну, понимать-то научитесь. Это ж разные вещи. Там, где нужна луковая шелуха, то, пожалуйста, туда. Но здесь-то она зачем? Значит, то есть вы все внесли, раскислитель внесли, перекопали. Вы весной можете снова перекопать. Никто не против, под морковку, да, тогда ее корень не будет упираться. Тогда у нее пальцев не будет, если вы технологию все будете соблюдать. Я же вам все рассказала уже. Я вам еще раз расскажу перед посевом. Конечно, все, что ей положено, вы должны ей обеспечить. И поливку, если она у вас под зиму посеяна, и рано весной вышла, так же, как и лук, чеснок, 2 недели отливаем. И, конечно же, если вы весной посадили, поливать ее надо до тех пор, пока у нее 3 лохматущих ее красивых ветки зеленых она не выпустит. Но заливать ее потом не надо. Но поливка ей не противопоказана. Ни по ботве шлангом однозначно, ни при такой посадке рядочками, когда там тенечек и влажно, и муха вся ваша. Ну, услышьте меня, пожалуйста. Ну, на этом я закончу все. Больше слова не скажу. Всего доброго вам и до свидания.